сложившихся условиях главная проблема Т-90М в сравнении с Т-80БВМ – это цена. Производство новых Т-90М обходится примерно в 4,6 миллиона долларов. В то время как Т-80 разных модификаций находятся на хранении в огромных количествах, и их модернизация обходится в районе 1,5 миллиона долларов. Замечу, что всего Омск Трансмаш к 90-м годам выпустил более 5080-ок. Разумеется, в плане электроники Т-90М качественно лучше и современней. Но когда речь идет о соотношении боевой ценности и стоимости, то на первое место вырывается именно Т-80 БВМ.